Команда Юргу по шахбоксу приняла участие в международном турнире International Cup Chess Boxing Fit Online. Соревнования прошли в онлайн-формате. В течение 5 минут участники играли в онлайн-шахматы, а затем на протяжении минуты отрабатывали удары на боксерской груше. В онлайн-турнирах по шахбоксу мы участвуем давно. У нас наш вуз и наша Челябинская область лидера российского шахбокса. Мы с 2020 года уже развиваем шахбокс и в том числе шахбокс-фит именно в формате онлайн. Соревнования по шахбоксу впервые провели в 2003 году. В Челябинской области на базе Южноуральского государственного университета этот вид спорта развивается с 2020 года. Студенты ЮРГУ принимают участие в состязаниях и на мировой арене. 10 марта будет Россия, турнир всероссийский по шахбоксу. Вот туда, там уже будет шахбокс, не фит, а именно шахбокс, то есть это в ринг будет, и вот я туда тренируюсь. Мне больше нравится чисто шахбокс, это основной, который раздел, то есть это в ринге. Потому что, ну, во-первых, ты точно показываешь полностью свою силу, а тут как бы больше упор идет на шахматы. И, как правило, боксеры не выиграют, если шахматист хорош. А шахбокс, именно когда и шахматы, и бокс, и ты при этом на ринг выходишь, больше шансов выиграть. По результатам соревнований обучающиеся ЮРГУ Амина Ахмадулина и Ксения Жернакова завоевали серебряные медали, а Олег Елисеев – золото турнира.